Так, ребят, у нас вечер, начиная новый влог. Короче, решили мы сделать другие вкусы тоже, но уже не вот в такие формочки. Такие я сделаю чисто для маленьких, а остальное все в простое. Короче, ванильное я вот уже засыпала, сейчас буду делать. Потом апельсиновое будем делать, фисташковое и клубничное. Вот разные сейчас сделаем. И в маленькие контейнеры я уберу. Отойдите, ребятки. Покажу, в какие контейнеры. Вот в такие вот контейнеры. У меня таких контейнеров много, и вот в них сделаю. Так будет удобней кушать. Ладно, сейчас вот я положила уже ванильное и буду взбивать. Все, ребята, сделала все емкости, уже заполнила. Последние две емкости у меня осталось. Вот здесь вот даже уже видите двух видов, фисташковое и апельсиновое. Сделала разные емкости. Завтра мы будем с вами все это дегустировать и смотреть все вкусы. Сейчас все, мы уже убрали морозилку. Это вот последнее я доделала. И все, убираем морозилку. И всем до завтра. Знаете, вот что я поняла? Вот в этих формах лучше делать фруктовый лед. Мороженое делать не вариант. Форма классная, деткам маленьким очень нравится. Сейчас вот я сейчас их тут все перемываю и буду убирать. Потом хочу купить фрукты и сделать фруктовый лед детям. Может, даже завтра поеду вот как раз делать. Сегодня съездила в пенсионный, да все зря. Документы так и не сделала, потому что мы не смогли зайти в госуслуги. Что-то у меня проблемы с госуслугами. И мы переделали госуслуги. Я заходила потом в МФЦ. Переделали мы госуслуги. И буду завтра пробовать опять идти в пенсионный. Посмотрим, что получится, не получится. Сейчас перемываю в тепленькой водичке все эти формы, уберу. Завтра куплю фрукты с молоком и сделаю фруктовый лед детям. Ну, такое свое, можно сказать, мороженое. Ну, вот в маленьких контейнерах удобно, кстати. Все равно ложечкой раз и будут кушать. Может, посмотрю, может, еще какие-нибудь контейнеры потом постепенно буду прикупать и такое мороженое делать. Дети говорят: мам, так ты теперь сможешь нам легко делать мороженое. На ночь ставишь, делаешь, и все, мы будем каждый день кушать мороженое. Я говорю: видишь, вы разбежались. Каждый день они будут кушать. Они готовы хоть каждый день кушать мороженое. Напишите вы, как делаете мороженое, и рецепт обязательно напишите. Это емкость я вот удела. Знаете, вот фисташковое, когда я начала делать, только высыпала, сразу запах даже не фисташек пошел, а безе, пироженки. И вот такой вот запах был. Но на вкус очень вкусная. Фисташковая. Ладно, дорогие друзья, сейчас перемою этот кувшин и все, встретимся с вами завтра на дегустации мороженого. Считайте, сегодня очень много сделано, очень немного, 4 пакета, у меня получилось очень много мороженого, а тут у меня еще очень много пакетов осталось, я их решила вот так хранить. Знаете, там еще кое было шоколадное, вот я не успела по акции его купить, а без акции оно 200 с лишним рублей за 3 штучки стоит, поэтому я не стала ждать, жду, когда акция будет. По акции там упаковочка 100, 112 у тебя брала. 108, 112, там в упаковочке 3 штучки, 3 пакетика. Каждый пакетик, считай, делается по 400 миллиграмм. Так что вот если кому интересно, кому надо, можете просто на Валберес зайти, там легко их найти. И разные виды всякие есть. И вот, классные. Там есть еще коктейли. Дети мне говорят: мам, давай, говорит, закажем коктейли. Я говорю: ну, потом как-нибудь обязательно закажем. Им хочется еще из таких вот фирм тоже есть, только коктейли. Они хотят их обязательно попробовать. Ну, потом обязательно им закажу. Всем добрый день. У нас время, день уже 12 часов. Я еду опять снова. Еду в пенсионы и еду в администрацию.
Надеюсь, документы сделать. Тайсон, ты что вообще ничего опять не съела, раскидал? Ну ты вообще, у нас дождик, ребята, идет. Я взяла с собой зонтик. Ладно, поехала в город. Всем еще раз здравствуйте. Съездила я сейчас в город, съездила в пенсионный, съездила в администрацию по делам по своим. И заходила в магазин. У меня сломались наушники на компьютере. Дети просто провода порвали. Ну, они постепенно рвались, рвались и порвались. Как говорится, я зашла, взяла себе для монтирования вот такие вот наушники. Буду просто их убирать. Смонтировала, убрала. Потому что по-другому это никак. Пусть у них там колоночки подключены, чтобы они могли мультики да что-то смотреть. Ну, а я себе для монтировать такие взяла. Дальше меня попросили дети морскую капусту. У нас есть на рынке там, раньше рынок назывался, сейчас не знаю, уже, по-моему, там рынка-то и нету никого. Но там есть ларечек, продают рыбу, да что, и вот там продают морскую капусту на развес. Я один раз взяла на пробу, детям понравилось. Нынче взяла опять полкило. Также заходила, искала тетрадки в линию, набрала разные тетрадки. Вот такие вот взяла. Так, на 24 листа в линию. Я их тут штук 10, наверное, взяла. И вот тут вот разных взяла. Таких вот тоже на 20... Ой. На 48 листов. Все в линию идет. Правда, немножко мутные такие, тусклые. Ну и что, какая разница. По 21 рублю тут 5 штук. И по 25 рублей 3 штуки, по-моему. Так, сейчас посмотрим. Да. По 21, 4 штуки даже по 21, и 3 штуки по 25. Вот в целом взяла на тетради, потратила сколько, сейчас скажу. Так, тут получается тетради на 24 рубля, 100 рублей. Это вот по вот такие вот, по 10 рублей получается тетрадка. И на 48 листов по 21 рублю 4 штуки на 84 рубля и 3 штуки по 25. В общей сложности у меня вышло на 262 рубля тетради. Вот так вот. Машинка, тетрадки приберешь, пожалуйста? Чек мне нужен будет. Так, чек пока сюда положу. Дальше. Дальше. Забрала я заказ свой сезона. Открывать не буду, но скажу, там прокладка. Разных видов. Также купила молоко 2 литра. Сегодня будем еще, потому что мороженое делать. Сегодня, кстати, будем дегустировать мороженое. И Света меня просила топ для гель-лаков. Вот такое дела за 230 рублей. Ну, а тут остальное документы и зонтик. Дальше, что я взяла? 3 булки белого. И 2 вот такие вот семейки, чтобы сейчас с детками чай попить. Потому что я уехала, они спали, я приехала, они только встают. Время, хотя уже день. Машенька, зонтик повесь, пожалуйста, на зеркало. Все, вот такие вот, дорогие друзья. Сейчас будем с вами дегустировать мороженое. Только я переоденусь сначала для этого, а потом будем дегустировать мороженое. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, достали мы все мороженое. Ну, вчера еще поели, правда, много. Но то, что вот еще назаготовила, вот показываю вам. Так, ну давайте вот с этого начнем. Вот это вот фисташковое. Мороженое такое зеленоватое. Дальше потом апельсиновое. Видите, какое желтоватое. Тут у меня апельсин с фисташкой. Это, наверное, Егорке порция такая достанется. Это еще карамельное, которое вчера еще Катюха, потому что не пробовала. Дальше... Вот это вот, это клубничное, да. Вот дети мне подсказывают. Тут осталось 3, потому что вчера ели, тут еще. И это ванильное, белое. Сейчас мы с вами каждый по одной откроем и посмотрим, какие они на цвет. Так, дорогие друзья, вот наши 5 вкусов. Мы их открыли. Первое, это фисташковое. Такой нежно-зеленоватый такой оттеночек. Апельсиновые, нежно-оранжевые, смотрите. Карамельное, такое коричневый. Клубничное, ну прям вообще, прям натуральное клубничное. И ванильное, чисто белое. А ароматы вообще вкусные. Сейчас буду давать деткам, будут они кушать. Несите, готовьте свои кружки. Сейчас будем накладывать мороженое.
Так, дорогие друзья, будем понемножку вот так вот накладывать в тарелочку. На пробу каждому. Вот кто в тарелке, кто кружки приготовил. Ну вот буду понемножку накладывать мороженого. Сейчас всем разложу. И потом вам постараюсь показать. Дети, потому что хотят все мороженки попробовать. Поэтому будем раскладывать. Ну, оно хорошо делится. Вот смотрите. Видите, прям как. Вот оно всю ночь стояло, и оно хорошо ломается. Прям идеально. Ладно, буду раскладывать деткам и буду давать. Так, дорогие друзья, прошу извинения. Вот такие вот порции получились. Смотрите, как классно, красочно в тарелке получается. Вот это вот Катюшина, потому что вчера Катюша карамельно не пробовала. Это ее наимена порция. А остальным вот так вот. Ну, тут всем карамельное я понемножку положила. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Как вам, ребятки, мороженое? Вкусно. Вкусно? Все кушают. Ну, вкусно. Какой тебе цвет не понравился, можешь сказать? Оксана, тебе какой не понравился? Апельсиновый. Апельсиновый тебе не понравился. Ну, Оксана у нас апельсины просто вообще не любит, она их не ест. Мне все понравились. А тебе все понравились. Хорошо, всем, кто кушает, всем приятного аппетита.